квартире на Косухина ремонт в самом разгаре. В ванной и на кухне уже уложили плитку и линолеум, поклеили новые светлые обои. Бригада приступила к установке межкомнатных дверей. В скором времени появятся и натяжные потолки. Подобные объекты для рабочих имеют особую ценность, ведь они впервые видят реакцию ветеранов. У всех эмоции, во-первых, облегчение, что они вернулись, что ремонт закончился. Потому что ремонт – это большое испытание даже для молодых людей, а тем более для пожилых. Ну и радость, благодарность. По проекту предусмотрена замена газового оборудования, окон и сантехники. Все зависит от состояния помещения и потребностей ветерана. На ремонт помещения, жилых помещений ветерана выделяется 500 тысяч рублей. А в настоящее время за этой, так сказать, соцподдержкой обратилось 40 человек. А в 21 квартире мы ремонт уже завершили полностью. Ветераны уже все живут, обживаются. По остальным работы ведутся, где-то закупается материал, где-то демонтажные работы. Ветераны Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак, могут обратиться в комитет ЖКХ и подать заявки на проведение ремонта. Помещение должно находиться в собственности не менее 5 лет.